официально, вот адрес сайта у нас unk-43.ru. Вот давайте официально утвердим, как официальный сайт УНК. Да? Вот. И в рабочем порядке тогда по предложениям там, членов УНК будем модифицировать и, как бы, и отрабатывать схему управления этим сайтом. И координатором, там, редактором назначить Артура Абашева. Кто за это предложение? Прошу голосовать. Против? Воздержались? Единогласно. Ранее местонахождение у нас был определен адрес Дерендяева 23, кабинет 222. Это местонахождение общественной палаты Кировской области. То есть корреспонденцию в адрес УНК доставляли туда, по этому адресу. Есть ли какие-то иные предложения по поводу адреса местонахождения? Оставлять так же? Оставить так же. Других предложений нет? У нас был еще телефон. Тоже сейчас. На сайте. Да, тоже, да. По адресу тогда давайте проголосуем. Кто за то, чтобы определить адрес местонахождения общественной избирательной комиссии, адрес Дерендяева 23, кабинет 222? Прошу голосовать. Против? Против нет? Воздержались? Единогласно. Единогласно. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы контактным телефоном УНК сделать телефон 8-912-711-22-88? Кто за? Можно еще раз. 900. Я потом контакты, в принципе, разошлю всем же, наверное. Я смс-ки же рассылал. Против? Против есть? Воздержались? Воздержавшихся нет. Телефон, контакт телефона ВК, указываем этот телефон.